Всем огромный привет! Сегодня приготовим очень легкую, простую в приготовлении закуску из цветной капусты. Я думаю, она вам настолько понравится, что вы приготовите ее еще не раз. Цветную капусту хорошо промываем и разбираем вот на такие небольшие соцветия. Отправляю цветную капусту в кастрюльку. Заливаю горячей водой и отвариваю в течение 3 минут. Солить воду при этом не нужно. А пока капуста отваривается, приготовим маринад. Беру 2 столовые ложки обычного классического соевого соуса. Одну столовую ложку оливкового масла. Сухой чеснок по вкусу. Чайную ложку приправы для шашлыка. И 1 чайную ложку кукурузного крахмала. Все хорошо перемешиваем, и наш маринад готов. Капуста готова, сливаем с нее полностью воду. Поливаем капусту подготовленным маринадом. Охлаждать при этом капусту не нужно. Горячая она быстрее замаринуется. Все аккуратно и хорошо перемешиваем, чтобы каждая капустка была покрыта данным маринадом. Оставляем минут на 20. Жаропрочную форму застилаем пергаментной бумагой. Я ее ничем абсолютно не смазываю. И аккуратно нанизываем нашу цветную капусту на кулинарные шпажки. Это могут быть обычные деревянные шпажки. Вот так, как шашлычок. Потихонечку. Делаем так все шпажки. Отправляю все в духовку. 180 градусов. 20-30 минут, в зависимости от вашей духовки. Капуста практически готова. Я ее немного смазываю соусом терияки. Прям совсем чуть-чуть. Это, в принципе, делать не обязательно. Это по вкусу. Он придаст пикантный вкус. И такую небольшую глазировку сверху на капусте. И оставляю еще на 5 минут в духовке. Шашлычки из цветной капусты готовы. Вот такая красота получается. Можно украсить все помидорами черри. Посыпать сверху зеленью. И подаем к столу. Получается очень красивая и вкусная закуска. Обязательно ее приготовьте. Я думаю, рецепт вам понравится. И если понравится, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте новые, интересные, простые, доступные рецепты. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!